Всем привет! Вы на нашем канале сейчас. И мы идем смотреть, что продают прямо перед Новым годом, потому что завтра как бы Новый год. Нам интересно, цены подняли или оставили? Как прямо перед Новым годом? Кто забыл елку? Сейчас посмотрим. И маме подарок купим. Не будем говорить, какого. Да. Мы сейчас подошли к базару. И мы тут увидели, что все раскупают елки. Мы нашу елочку купили за 150 гривен. А сейчас подняли цену, так как сегодня последний день перед Новым годом, подняли цену на 250. Сейчас все рвутся выбирать елки. Поэтому тут ужас творится. Сейчас столько народу тут, что не описать словами. Ни сказки сказать, ни перо написать. О. Вот так. Мы сейчас находимся возле магазина «Украинские колбасы». Мы там покупаем, всегда мы там покупаем колбасу разную. И на дровах покупали. Сейчас покупаем этот кнут деликатесный. Мы еще там покупали докторскую. Мы там, короче, всю колбасу покупали. На оливье там мы же тоже. Вот недавно, да. Есть такое. Вот такой магазинчик у нас классно. Мы сейчас находимся в магазине Сельпо. И тут мы покупаем тоже разные вещи, которые понадобятся. Но мы сюда заходим не так часто, как в ВТБ. Потому что... Знаете, дороже тут все. Вот почему. На втором этаже там находятся, ну, когда-то находились, я знаю, кольца всякие, украшения, но... Нет, сейчас Эльдорадо магазин там всякие, да? Всякая фигня, да, вон он. Территория раньше там низких были, цен. Там раньше были всякие кольца, украшения наверху. Да. Вот здесь тоже, видишь, продают всякую фигню, да. Конечно. И собаки сидят бедные. И собаки бедные сидят. Опа, вот как. Смотрим, вот она. Сколько же там колбасок вкусных, а мне ничего не разрешают. Мы сейчас находимся возле наших новых магазинов, возле Сельпо. Это квиты и игрушки. Там продаются в квитах квиты, в игрушках игрушки. Я думаю, это уже всем было понятно. Квиты мы смотрели через окно, очень красивые, все разные. Горшочки. Вы заметили, что все в горшочках. Не то, что букеты, а все в горшочках. Сейчас находимся за гастроном «Жемчужина». Мы там покупаем майонез и рыбу. И в этом году купили маме шампанское на Новый год. Там советское шампанское. И я всегда, когда приду в музыкальную школу, всегда тут покупаю булочку. Либо с яблоками, либо с творогом на выбор. Мы сейчас находимся возле магазина «Говновский хлеб». Мы там каждый день берем хлеб. Там есть и белый, и серый, и черный. На выбор. Мы там часто очень покупаем хлеб. Очень классный. «Говновский». Тут каждый день новый завоз. А тут находится наш маленький базарчик. Там, где бабушки продают разные продукты. И ручки, и тетрадки, и карандаши. Все, что только можно. Еще раньше я там брала всякие разукрашки детские. Но сейчас этого я уже не беру. Еще в этом магазине «Виктория» есть ксерокопия. Там, где я, конечно, печатала по музыкальной школе разные ноты. Мы сейчас находимся
остановимся возле нашего главного магазина АТБ. Он находится прямо возле нашего двора. Его это 24 часа в сутки. Мы в нем покупаем больше с наших продуктов. Сейчас по черным пятницам, там, конечно, не такие уж и большие скидки, но мы все равно экономим по 2, по 1 гривен. И всем пока. С вами был наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.